В Лондоне замечена самоходная гаубица у здания телерадиокорпорации BBC. Один из ее пассажиров руками развернул ствол орудия в сторону главного входа, а второй достал ящик с надписью «Верните Кларксона и миллионам подписей в его поддержку». Так коллеги вступились за популярного ведущего программ по автомобилю «Топ Гир», которого отстранили от эфира. Несколько дней назад руководство BBC заявило, что с Джереми Кларксоном на съемочной площадке произошел инцидент. Тот якобы оскорбил и ударил менеджера. Телезвезду подозревают и в проявлении расизма. Соведущий Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд уже отказались участвовать в съемках без своего коллеги, а шоу потеряло 4 миллиона зрителей. Но BBC, судя по всему, отступать не намерены и готовят Кларксон замену. Ведут переговоры с популярным британским актером Стивом Фраем, с помощью которого руководство надеется вернуть высокие рейтинги.